Сегодня, собственно, у нас такой будет крэш-тест. У меня сейчас в руках серия Fusion. Они, в общем, сделаны из американского hickory, клён. Прошу прощения, орех. Еще не проснулся, немножко с дикцией проблемы. Думаю одно, говорю немножко другое. Но на самом деле буду по мере возможности hickory. Да, орешек. Серия Fusion я сейчас играю. В общем, сердечник. Примерно до вот этой точки, до баланса, усиливают удар. Они эквивалент 5А. Бью 5Б, и у них плечо палочки начинает чуть раньше. То есть у них прекрасный отскок. Мне это нравится, почему я очень много использую двоек, троек, когда я играю призрачных очень много. Но сейчас вы слышите. Вот, поехали. Следующий трек — это знаменитый гаспел-пианист, гаспел-клавишник Кевин Пауэлл.